Здравствуйте, товарищи! Совсем недавно в Нижнем Новгороде состоялось очередное заседание Российского комитета рабочих. Российский комитет рабочих – это такая площадка, на которой рабочие со всей страны делятся своим опытом борьбы и вырабатывают взвешенные и продуманные решения, направленные на положительные изменения в жизни общества, производства и коллектива. Одно из постановлений Российского комитета рабочих звучит так – о создании рабочих секций профорганизаций. В целях преодоления подчинения профсоюзных организаций работодателям, стремящимся к образованию карманных профсоюзов, Российский комитет рабочих рекомендует в инициативном порядке создавать в профорганизациях рабочие секции, берущие в свои руки составление и продвижение прогрессивных проектов коллективных договоров, организацию коллективных трудовых споров за улучшение условий труда и оплаты работников. В этой работе надо руководствоваться программой Федерации профсоюзов России «Задачи коллективных действий». Для координации деятельности рабочих секций профорганизаций целесообразно создавать городские объединения рабочих. В соответствии с этим постановлением группа инициативных товарищей было учреждено объединение рабочих города Ленинграда. Это объединение станет координационным центром, в который могут обратиться рабочие за помощью в отстаивании своих интересов, трудовых споров с представителями собственников средств производства. Объединение рабочих города Ленинграда приглашает всех рабочих на собрание, которое состоится 8 апреля в гостинице «Спутник» по адресу проспект Мариса Тореза, 36, корпус 1, в 19:30. На собрании выступят делегаты Российского комитета рабочих и расскажут о том, как работает эта площадка. Будут подготовлены рекомендации по организации коллективных действий на конкретных предприятиях. Дорогие товарищи, приходите на собрание объединения рабочих города Ленинграда. Присоединяйтесь к борьбе. Все проблемы могут быть решены только совместными усилиями при надлежащей подготовке. Ждем вас на открытом собрании объединения рабочих города Ленинграда.